примерно хотя бы сказать, сколько вы написали произведений? И хотя бы что-то вкратце, потому что понимаете, в чем дело? Все это перечислить очень трудно. Могу сказать, что я написал 8 опер, 5 балетов, которые все идут и шли, и до сих пор некоторые из них идут и здесь, и за рубежами нашей Родины. Вот. Потом много симфоний, 3 симфонии, 8 концертов там для скрипки, виолончели, фортепиано. Так что очень много и концертов, и музыки всякой. Так что, ну, я уж не говорю вот театральной музыки или музыки кино. Ну, вот такие кинокартины, как «Свинарка и пастух», 6 часов вечера после войны, поезд идет на восток, там «Донецкие шахтеры», «Верные друзья», «Гусарская баллада», «Руслан и Людмила». Ну, и написано много музыки, кстати, театральной музыки, скажем, музыка «К много шума из ничего», это комедии Шекспира. Или вот музыка к пьесе Гладкова «Давным-давно», которая потом была использована в киноленте «Гусарская баллада». Так что много музыки написано, и театральной, не перечислишь. Вот недавно вышел мой мюзикл «Чудеса», да и только он был поставлен в детском музыкальном театре Натальи Сад здесь. Там же прошел вот балет «Капитанская дочка». Это сейчас балет только что был поставлен в Нижнем Новгороде, он идет в Омске. Так что, понимаете, и балеты мои, и оперы идут до сих пор. Ну, а песнях я специально песни не писал, потому что песни в основном это вышли они из кинокартин, из театральных моих работ. Но некоторые из них написаны специально. Кстати, вот такая... Вот песня сейчас очень популярная, это «Московские окна», это было специально там написано, мелодия, потом он ею воспользовался Утесов, Матусовский написал к ней вот слова, была просто мелодия у меня такая сочиненная. Ну и вдруг она стала очень популярной, и не только у нас, и за границей. Я приехал в Париж, и в Париже... Мы обедали там со Светланой, мы сидели в одном ресторане. Я слышу, вдруг звучит моя музыка. Он говорит, тихо, твоя песня, говорит, вот же, твоя музыка, мелодия. Ну, мы пригласили скрипача из этого оркестра, спрашиваю, откуда вы взяли эту мелодию? Он говорит, я слышал из Москвы по радио, мне понравилась мелодия. Я записал, и сейчас вот у нас танцуют, сейчас обо всех парижских ресторанах популярной очень музыкой, под нее танцуют все и так далее, и так далее. Даже вот она дошла и до Франции, и до Парижа и так далее. Ну вот, так что много песен, песни о Москве, которая тоже популярна была, от этой «Свинарки и пастух», или из 6 часов вечера после войны, это артиллерист Сталин дал приказ, это знаменитые песни артиллеристов, ну и так далее. Тут можно много назвать песен, которые вышли в люди, так сказать, и стали популярными, и распевались. Но это долго все перечислять, но написано много.